Мы в эфире. Всем привет, вернулся на канал. Будем сегодня проходить Риддика. Rise and shine, jackass. Рады со второго уровня. Это же все первое. Don't act like you're asleep. It's time for you to earn me some money. You might want to be careful with that, John. You could hurt somebody. Ну, это начало, понятно. But you're bad. You know, you always take me to the nice... Ну, нас доставили в тюрьму. Prisoner walking! Alright, pay attention, punk. You are now Butcher Bay prisoner 542-1135-2. Remember your number. Remember the rules. My rules. Now listen, there's no outside at Butcher's. Just a whole planet of desert. So check those desires right now, because you will not get out. No one has. No one ever will. Okay. Close the gate. Вот он, идет же. No physical contact with other inmates whatsoever. No contraband of any kind. Don't ask what's contraband. Прокачать. I define it day by day. Тюремная. So spare yourself and carry nothing but lint in those pockets. Так смотри, похож. Я вообще вчера думал, что это Snoop Dogg. А что с экзибит чужердей? Или это вот тоже стройный? А экзибит пожиру? Дрожжевой животик просто. Это, если что, ремастер от первой части. Просто из 2004 года игра, а это 2009 вышло ремастер. Вот написано Exhibit. Yes. Hey, Abbott. Can you drop that fish into his new tank? It's about to kill us. Don't worry, I got what's on the wall. You'll get your share, Cyrus. Two cell blocks in this section. A and B. You're in A. Захотелось какую-нибудь игру просто побег. Только не побег. Hey, what are you bringing to us? Name's Riddick. Thinks his shit don't stink. D. Riddick? Get the fuck back to your cell, Jack. Riddick, I'm Barber. Come talk to me after delousing, okay? This is your home. It's time for us to delouse filthy. Толчок. Don't breathe. Этот экзибит, хочу все время назвать этим Snoop Dogg'ом. Экзибит сказал, что можем зачистить себе зад. Ну ладно. Не знаю. Обрабатывает мне какую-то херню, это с дезинфекцией. Коронавирусная. Сейчас даже здесь приходится дезинфицироваться. Перед походом в туалет. Я вообще не понял, что это было. Спустить воду. Так, нажмите J, чтобы открыть журнал заканчивания. Тюремный двор. О, тут карта есть. Let some mercs think they're in charge. Пустить воду на Е. That's their weakness. Ну, типа сходил в туалет. That they're in control. It'll be their downfall. Hey, come talk to me for a second, will you? Можно на пару You're слов. Riddick, right? Свободный. There's a guy named Madison talking like he knows you. Тут один парень по имени. He's in the courtyard, just by the pit. Он говорит, меня во дворе ждут. My advice. Do like all the other fish. Line up behind Rust. А? Тюрьма выглядит? Да, согласен. Похоже на каскарам. Most stupid idea I ever heard. Why? What are you looking at? If I were you, I'd be playing with the twins or something. Эй, новичок, очень тебе советую раздобыть пиратов. В хату учимся заходить сначала. Oh, wait. You're that new guy, right? Слушай, выручишь меня, говорит. Отказаться выслушать его.
Да мы не какие-нибудь папарушки, мы их мальчики, все уходим. Он говорит, ты, наверное, не знаешь, с кем говоришь. Больше не обращайся ко мне никогда. Да, толчки, ну прям все в стиле камеры. Так, нам вообще надо во двор. Я не знаю, где он находится. Так, здесь сюда нельзя зайти, сюда нельзя зайти. Всякие сливные как камера за мной уходит. Какие-то люди общаются стоят. И вот это двор. Двор похож, хуй знает на что. Так, какое у нас там задание-то было, ну-ка? Так. Парикмахер Ривером поговорит с Мэтсоном. Мэтсона можно найти во внутреннем дворе. Давайте искать Мэтсона. Так, это кто? Понятно, кто это. Не подсвечивается. Хейли. Грин. Так, это кто? Рыжий. Ты блатный. Мэтсон, вот. Oh yeah, no, I mean, I heard you were coming. You're going to want a ship and I can get you one. Тебе, говорит, понадобится перо, я расскажу. Си, и что дальше делать? Так, Мэтсон пообещал, что оставит для вас в своей камере заточку. Идите в камеру А40, возьми. Помнишь, мне вчера по заточку говорил? Так, камера А40. Шоу. Он, если кто-то спит, лежит уже. А где камера? Карта вот. 401. Господи, о чем валяется? Мягкие перышки, моя птичка. Пиздец. 401. Так, ну, у нас это 40... Не, подожди, кто сейчас? Или ВАЗ-40 еще? А, вот ВАЗ-40 у меня состоял. Так, заточку. Привет, Риддик, приветствую тебя в гости, мистенька. Ёб твою мать, это ловушка была. Заточку. На тебе, пахашки. Вот это здесь. Прям как... Слепин тоже так же можно. Мэтсон устроил засаду, явно работает на Раста. Придется затянуть болты потуже, пусть поскудит. Ну, это очень зэковские понятия. Культурные люди, непонятно вообще что. В итоге только толчок удалось спустить. Пойдем нахер выясним, что это говно все позволяет. Так. Вот он стоит. Сейчас я ему устрою перышко, заточку у меня стоит. Я объясню, раз он меня заставил. Но я же знал, что эти быки тебе как два пальца. Хуй, я отправил пить. Я все улажу, честно, я добуду тебе перо, даю слово. Еще раз пойдешь против меня, ебашу. Я ничего не знаю. Я уж точно знаю меньше Хейли. Он тут уже 100 лет в обед. Раньше, кстати, работал охранником. Я перенесу перо в твою камеру. Просто жди меня там. Что-то я ему не вижу, а ты... Такое ощущение, что он меня сейчас опять... Так, я однажды знал, что ты придешь. Послушай, Риддик. Что-то сказал, я уже пропустил. Не, столько пива. Сейчас съебем отсюда, нахуй, пизду эту тюрьму. Тюрьма как корабль, это есть. Вообще, часть называется бухта мясника. Мэтсон. Так, ну пойдем в свою камеру тогда. Так. Еще где моя камера? Я помню, что там толчок был такой особенный. Вот. Он пришел с заточкой, с перышком. Вот твоя заточка. Ну это хуй ты творишь, Мэтсон? Борешь же без моего разрешения. Ты, говорит, моя камера. Нужно перо, идешь ко мне. Я же сказал, ты моя камера.
Шофер угадал, все камеры тут принадлежат аквильцам, и это тоже. Короче, ты не заплатил мне за точку, так что она не твоя. Короче, плату с тобой за точку. Что у тебя, говорит, проблемы с ушами? Выстрел снайпс какой-то. Не знаю. Ты экзибит, наверное, перемаскировал. Прокачал себя, приотелся. И за точку отнял, сволочь. Да, так это шо? Рэпчика не хватает. Это какие охранники. Отставные. Риддик здесь свои понятия, все живут по нему. Здесь, короче, экзибит какой-то не прокачивающий. Не экзибит? Это экзибиты. Speak for yourself. Вон у него есть. Ну, график, графон, мы просто забыли свои дизели. This better not be one of your Keelan boys. Abbott here. Responding to cell block 9. Его Эббот зовут. Ну это же мы знаем, что это Exhibit, правильно? Rust and the Keelan may just pretended to run the show. But everyone. Бедный мужик. Он еще живой, его можно еще спасти. Rust is waiting for you. Rust ждет тебя в блоке Аквилла. Он не остановится пока что, так что оружие поищи. Короче, нам нужно с каким-то Растом. Нет, это не Раст. Раст — это вообще игра. Так, Rust ждет вас на территории. Так, прежде чем к нему идти, надо раздобыть оружие. Ready. Rust is waiting for you. Видите, Rust тебя ждет. Это будет страшно. Я думаю, что не хочешь переспать с близнецами. Переспать с кем? Сейчас я пойду поищу. Rust is in the Aquila's block, waiting for you. Говори с Woman. Нужен Woman какой-то. Woman. У Woman есть оружие. Но тут нужно с оружием. Какой-то Rust. Какой-то пидораст появился. Аквила. Так, малина какая-то. Нет, это парень. Гришка. А вот Woman. А, мы же ему отказали. Hey, я не передумал, окажешь его слово. Передумал. Так, выслушать его. Я не делаю даже не, но все равно говорю. Короче, слушай, когда малина выйдет из одиночки, пусть он сдохнет. Хочу, чтобы его убили. Я понял, ему убить надо. That's what I want you to do. Вот что мне от тебя надо, когда он сдохнет, приходи. Тут это, короче, просто. Че, я могу его прямо сейчас? I don't know what you're after, okay? But Haley knows how things work here. Check the courtyard. Надо дождаться, когда он из камеры идет или что? Так, найдите малину и прикончите его. Дерется вообще. На, и по стене еще ебашу. Rust runs the show here. Best not. Ты ничего не видел, чел? Ну все, шеф, я сделал. Should I tell you what that bastard Molina did to me? It's so much I don't even know where to start. Могу сказать тебе, что этот ублюдок Молина мне сделал. Но там много всего говорить, говорит, но это тебе спасибо. Пачка сигарет у меня. Какая пачка сигарет, а... Пиздец, бля, ребята, я лоханулся. Да, пачку сигарет просто. Да. Вот парикмахер мне, по-моему, подсказал. Maybe out of the red now with Rust, but he's determined. You're gonna die. Find a weapon. Find the weapon. А где weapon-то, наверное, еще? Так, ладно, если здесь нету, может быть где-нибудь во дворе у подсыку спросить. Like I said, I told you Haley. Go see Haley. Поговори с Хейли, он тебе поможет. Хейли. Что такое Хейли? Got a problem, huh? Он говорит, иди подрочи, а.
Он говорит, что у тебя проблемы, иди подальше. Но это рыбка в аквариуме, как тебе тут видит? Я рыжий, скажи, Рили, когда ты впервые убил человека, тебе понравилось? Она спрашивает. Это касается его и меня. В бухте мясника некоторые убивают только ради удовольствия. Так, рыжик нам не помог. Разберись с Растом, и я тебе помогу. Ну, блять, оружие. А? Maybe you got what. Случайно в Ферикло ему вломил. Наверное, он где-то здесь, я думаю. Ну, подгрузчики какие-то стоят. Между камерами. Okay, let's get him. The Keela territory. Motherfucker. He's here. Ридик говорит, здесь. Не знаю, это беспорядки устроили. Так, мы, говорит, тебя убьем. Ну, уже не вы, а один. Ты, если, конечно, осмелишься меня убить. Да. Ох ты, какой сильный, смотри, а. Драки здесь, конечно, типные. Их особо нету. Хотя по черепушке он охуенно пьет. Так, ого. Использует лечебный телефон какой-то. Пачка сигарет опять. Сливаем воду. Ну, в принципе. Я так понимаю, нужно с ними со всеми разобраться. Ох, не знаю, какую-то сигарету у меня закинул. Да, вижу, бля, заточка нахуй. Пачка, кастый получил. А как заточку достать? О, достал. Ну все у меня. Мне нравится, как ты говоришь. Ты знаешь, что поджог, блядь. Да. Огонек какой-то. Сынуть, давайте, кто меня. Еще вдвоем. Секира вот там так уже было. Господи. Драки такие нелепые. Знаешь, что мне здесь не нравится? То, что немножко темновато как-то со мной игра. А я забрал, кастет еще забрал. Кастет забрал, заточка. Нет, нету, говорит, можем тебе подогнать оружие. Да я теперь сам могу, кому хочешь, что подогнать. Сука. Заточку. Ну, блять. Надо, пожалуй, будет это, яркость подкрутить, что-то слишком. Нет. Да. Если она, конечно, здесь крутится. Наконец-то. Вот он, походу. Нихера себе, говорит, это Раст был. Раст это вообще. Это игра вообще. So this is the beast of Butcher Bay, huh? Так это и есть зверь из бухты мясника, да? Глава Квильской банды. Ну все, нет, теперь я глава. Ну теперь типа они его зауважают. Походу мне нужен новый пахан. Нет желания послужить, хотя я паханом буду. Меня сам экзибит нанимает. Чтобы я паханом был. Будем считать, что это отказ. Отказать мне это серьезная ошибка. Теперь нам еще экзибита нужно будет, походу, шмальнуть. Really cool. Сейчас прям в череп бы я пушки отнял. Меня уже все боятся на районе. А надо уходить отсюда.
еще одна заточка, но у нас уже слишком много заточек. Мы уже переполнены немножечко. О, Господи. Hey, prisoner. Show yourself. О, Господи, вы что, звери, что ли? Может, у него отнять пушку? Нахал такой. А что он заключенный? У него, кстати, автоматы под этим, под напряжением, видели? Меня ёбнуло. Не знаю, здесь нельзя, не все автоматы можно поднимать. Не, потому что нельзя поднять. Они с этим, с током. А что он себе позволяет, блядь? Козёл. Бедный человек идет, а он его взял просто так, шмальнул. Это ж мог быть любой из нас, как бы. Это уходчик, чтобы хорошо спал. Господи, боже мой. Бедный чел. Как его распяли. Нам надо во двор. Ты же яйца вынесла? В тюрьме запрещены заточки и другое подобное оружие. Если вас его видят, то немедленно убьют. Убирайте такое оружие перед тем, как войдет охрана. Да не знаю, он шмальнул охранник, все нормально. Ой, блядь, надежда назад ушел. Блядь. Ща. Надо в сторону лестницы идти. Так, вот этот человек. Слышал, ты послал Эббота. Ты поступил честно, он честный. О чем ты хотел спросить? Яма, это похоже на путь к свободе. Дорогу на свободу, ага. Но нравится, нарвись на неприятности, тебя бросит вниз. Если вы обожаю трудности. Ну тогда свиноград для тебя самый. Там есть жилой блок персонала. Оттуда можно добраться до ангара в космопорт. Тебе придется поползать. Из лазарета есть проход, который, по-моему, ведет как раз к главному компьютеру. Нам нужно в лазарет. Эй, чувак, нужна пачка сигарет? Сиги зачем-то покупать? Можно, я могу сам продавать кому хочешь. Так. You killed Rust. Ты убил Раста, жди и бот. Какого-то теперь эболу какую-то ждать теперь. А, да? Эббот не сможет долго удержать аквиции, начнется большой бунт. Так нам бунт нужен, как в сериале было. Эбботу это не нравится. Спасибо за малину, это тебе. Малину. За малину, блять. Че Сиги дал то, что ли? Thanks for wasting Molina, man. He should get that. It's good. Take care. У меня сейчас этот, что другой блок камеры. Так, ну. Don't just stand there. Move out. Хорош стоять, вали уже. Куда? А. Так, мы зашли в какую-то камеру. Cell lock. Just wait here for the doc. Ебать, это кто? Второй он взял просто взял мне в печень и ударил, пока я доктора жду. А еще, говорит, без заточками не ходите. Так я же не знаю, что у меня заточки, блядь, из трусов упирают. Сгадил даже, блядь. Так, больной, вы не вставайте, а то я вам въебу. Взять код безопасности. Взяли меня ни за что, ебашу. О, опять конус. Этим. Медицинским препаратом. Да ёб твою мать, что ж такое-то? Смотрите, какое. Щуку ему, блядь, щуку. Гадёныш, а? Нахал, блядь.
Чё-то на нас тут ополчились, блядь, сильно. Чё-то тут было, чё-то тут было, вот. Воспользуется... А, понятно. Садиться надо, что ли? Ого. Сейчас виртуальную реальность отправляемся. Господи боже мой. Вот это меня прокануло. Ты знаешь, что будет сейчас? У меня 10 игл сразу же вставили. Подождать, я что-то думал, а я его не ждал, пошел сразу же побег устраивать. Ой, что-то здесь не так, пойду взгляну, в чем дело. Ух, ебать, по мне ебахнуло, да? Ебать, я спалился, кажется. Так, сверху стоит бандита. Внимание, бунт в блоке. Ох, ебай, меня обнаружили. Еще я пытаюсь бежать. Бунт начался. А, это бунт начался, вот, смотрите. А как это изобрейка все? Пока время как-то. Свернем все и на хаут. Я не знаю, здесь опять, наверное. А, нет, взял автомат вроде. Блять, это я трупак тащу. Блять, только ушли. Хотя здесь получается так, что нельзя все оружие брать, потому что оно под высоким напряжением. Нужно оставаться в темноте. Согласен. Написали, вижу мразь. Надеюсь, это не про нас написали. Надеюсь. Так. Когда мы в темноте, все становится невидимым. Так. Резко так взял и в меня воткнулся. Не, ну это бан нахуй. Так, что это такое? Mainframe. Не знаю, что это такое. Что такое mainframe? The mainframe. А, главный компьютер. I like a challenge. Обожаю трудности. Сказал, я не кодировщик. Стоп, а мне куда идти? Он не кодировщик, я не кодировщик. Куда идти надо? Странно. Очень странно. Здесь все закрыто. Здесь тоже все закрыто. Вниз, что ли, пиздануться надо? Но я же убьюсь сразу же. Можно, конечно, попробовать, если черт узнает. Теперь посмотрим, можно сохранить, но нельзя. Ну, пойдем, попробуем, прогоним. Или я не знаю, как ему сейчас. Как-нибудь на него бы как-то тут можно было бы взлететь. А, во, все. Смотрите, горилла какая-то с цепочкой. Нахуй.
автомат мы не будем брать. DNA reader ready. Please give unscheduled DNA sample added to prison staff data bank. Notifying system security. Security breach in mainframe area. Possible breakout attempt. И теперь ушлепаем отсюда. А ушлепать-то и нельзя. Странно. А куда идти тогда? Дверь не уебашить. А куда идти-то? Пиздец. Я думал, что сюда. Но здесь ничего нет. Я думал, что сюда. Но здесь тоже ничего нет. Что-то я посмотрю жиночку. Теперь вы можете пользоваться оружием охранников. Я ДНК взял. Господи, так и сказали, блядь, он говорит, не отвечаю, так, ныкаемся. Ну, вот так. Things get interesting. We got no response from him. I'm investigating. We have a security breach. Warning, please, prisoner. Surrender immediately or you will be shot. Ну, есть кошка, я пошла. Все, в глазах покраснело. Так. Now things get interesting. Короче, сейчас они зайдут сразу в лобешник прям худячим. Хорошо. Которые где еще комментарий было? Да, можно. Я ебанул ваш свет вырубил. Пяк, меня убили даже. Сейчас это нелегко, нелегко, нелегко. Еще говорят, что здесь труп. Такое ощущение, что пачка сигарет нужна для того, чтобы здоровье пополнить. Ну-ка. У меня сигарет больше нет, у меня есть деньги. Это $65 появилось. А где мои сиги тогда? А вот пачка 6, пачка 2Б. Давай закурнем, посмотрим, что будет. Что не происходит? Курить-то нельзя, кажется. Ну ладно. Будем считать, что игра пропагандирует не курение. О, господи. Давай, выходи. Пойду хоть посмотрю, что вообще нет. Здоровья опять нет практически. Все, у нас закончилось оружие. Что такое игра такая сложная? Надо было на легком играть, что-то я зря выбрал. Ага. Ничего.
кто-то уже здесь. Все, кое-как разделались, вроде бы. Гренейд! Ух, ебать! Да жесть вообще. Ну что опять заново придется? Пиздец. Now things get interesting. Он что, издевается, что ли? We got no response from him. I'm investigating. Что, может, дать ему здесь подать? Inmate on the run. We have a security breach. Warning, fleeing prisoner. Surrender immediately or you will be shot. Короче, это вообще на трио. Нереальный на трио. Так, ну еще раз, хорошо. Попытка номер... Хуй знает какая. Так. Вот отсюда будем ебашить. Сейчас он откроет сразу. Вообще не может стрелять. Отсюда, кстати, видно, что хорошо. Возьмите на заметочку. Так. Так. Все, опять у меня закончилось оружие. Сейчас сюда нам гранату кинуть, уебаем нахуй отсюда. Охуеть, у чела аж рука отлетела, походу. Кольем себе какую-то штуку опять. Поправим все герои свои. Не, ну а шо он хотел, в принципе, что ему пиздули не дали. Ну такого хотел. Паркур здесь просто на высоте. Так. Иди вот сюда. Gonna check who's there. This is turning into a fucking zoo. Inmates sneaking around everywhere. Пиздец, здесь вообще ничего не видно. О, господи. Здесь у меня здоровье какие-то не осталось. Оп.
ебать, вообще никуда не видно, нахуй. Что делать, куда идти, блядь? Это что такое, блядь? Тразер бы реально поиздевались, блядь. Ты что так пугаешь, Масса? Нельзя же так пугать-то. А здесь можно два оружия? Нельзя. Да, вроде как можно. Кто-то гранату взял. Ой, блядь. Похоронил. Так, опять кто-то гранату закинул. Сдохни, как тварь. Сам сдох. Костюм. Свою убил, давайте отключим. Ой. Пиздец. Как же они заебались с этими играми. Yeah.
жизнями, блять, робота убить, представляешь? Конченый, конечно, уровень сложности. Да ёб твою мать. Подколодная змея, блять. Зе, как же она. Плохо дело, плохо. 38 патронов, да? Сколько ты забрал? Крыс за одну из себя убил, правильно? Какую-то пользу общества гранат, в принципе. То есть все началось с гранаты. Сейчас опять нас этот придет. Отсюда вот так. И будет до сюда идти. Ничего мы ему опять не сделаем. Сейчас в голову не запомнишь. Все, поебали. Короче, хер знает, как он победить. Он говорит, так нечестно, что ты делаешь. Своего хер ебнешь. Так. Пытаемся. Еще раз, второй раз. Не надо не стоит. Слишком. Да-да, пизду, да. Меняем уровень сложности. На легкий. Сложный пускай разрыв прибавит. Все. Это теперь затащим точно. Так. Так. Блять, крана так и перебор сложный. Блядь.
спит, я понял. Хорошо. Хорошо. Только вдруг не спит. Сейчас я тебе заработаю, что на родителей пойдется. Меньше людей добавляется. Сейчас у меня опять уже. Косёл, блин, сраный, как же он ебнет. Тяжеловато, конечно, засранца. Сейчас сразу же дробовик достанем. И не передавим. Сраный. Так. Остался один. Козёл. Что, ещё есть какой-то? Приехал, блядь. Да, вот сейчас. Сейчас его обмануть надо. Да, он нас не видит пока что. Так. Вон, ходит, ходит. Так, сейчас мы ему свинцом-то нашпигуем, блядь. Ой-ой-ой, тихо-тихо, он к нам идет, сударь. О, в спину ему надо ебать, все понятно. Все, убегаем. Ах, он козел, ну, блин, ты труп. Ну, за факер был. Козел, а? Козел. Да ёб, блин! Надо, все, короче, сейчас все. Все. Сейчас. Сейчас он у меня получит. Сейчас будет большой бубу. Так, минус один уже бубу есть. Все, ну, без конца пока нет. Они у нас охерели. Чё-то я, брат, не понял. Чё-то за пиздовасия творится. Я, дружок, не охуел, да? Так, вот, вот этот петух. Сейчас. Главное дождаться, когда он спиной будет там повернут, и тогда можно будет прям, прям вот, вот отсюда, вот. Вот так вот, так вот, так вот. Спину, 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 спину. Вот, все, загрузка. Все. Гемора было. И пачку сигарет, как он правильно. Заберем. Пригодится. Даже робот какой-то. Thank you.
Скоро мы сбежим из этой зоны. Special task forces are now entering the cell block. Stay low and do not move. Балансируем также. Ой, я случайно заключенный. А, мы походу вышли с той стороны. Все, блин, пора копать. Что ж такое-то? Сейчас, короче. Короче, люди устроили мятеж. Люди устали от такого режима. Будет. Здесь тут камеры стрелять умеют. Все. Так, сейчас. Где мы, значит, камера у нас была. Так. Опять камера у нас. Все. Короче, сейчас берем курс на курс. Так, еще раз пробуем. Достаем пистолет. Нет, не этот. Другой пистолет. Switching turret settings from tranquilizing to lethal. Где нас никто не видит пока что. Нажал F9, перезапустился случайно. В этой игре F9 нельзя нажимать вообще. Запретная кнопка. Надо расправиться. Мы туда, по сути, можем не ходить. О, видите, прибежал. Стоит. Стоит. Все стоишь, что Вася. Что за дела-то, пацаны, говорит? Ой, бля. Пацаны меня. Камера стреляет. 6 камер стоит, или сколько? Даже на легком уровне сложности убиваю. Все, теперь точно пройдем. Теперь я знаю, где камера стоит. Не забываем, сейчас сюда прибежит мудил. И мы дадим по башке сразу. Камера опасная.
зачем графон оставить? Судя по тому, что происходит. Сигареты зачем? Уже вчера не купили. Вот есть сигареты. Курить нельзя. Трубку тогда дать сигареты. Ну, игра фору современным многим играм даст, конечно, по уровню сложности. Я бы даже сказал, слишком хардкор. Это камера стоит. Надо как-то заставить охрану открыть. И как мы их заставим открыть? То, что закрыто. О, наверное, здесь где-то должно быть какой-то проход. Что еще? Здесь вот всякие рыбки. О, блядь, граната. У меня уже тут самодела на старый гребный. И как надо играть, что здесь вся тюрьма ёбан. Мучит он тут. Hey, we're done. Open up. Please await cell block sweep out before returning to your positions. Ну, сказано же, блять, открывай. Снова сказал, наверх, помните, пожалуйста. Кусочек здоровья есть. Очень опасно. О, сразу убежали, поняли, что это не их люди, пиздели. Тут зэк какой-то лежит. Прикончить его просто. Давайте я прикончу его. Просто не мучиться больше. В принципе, я понимаю. Вы же понимаете, что как зэк, которого бросил. А я думаю, мы сбежим. It's a sudden stop at the bottom. Так вот. The pit should be an exit to Narcland from here. Excessive damage to flashlight power source due to impact. Estimated time to failure, 6 minutes. А, мы фонарь повредили. Теперь мне его даже выключить нельзя. Это что за херня какая тут? Тут монстры появились, господи.
выходи из них. Make way for the messenger. I am the light and the darkness. Justice and vengeance. You will repent. Or the universe will consume you. Теперь нам нужно скакать от Седова куда подальше. Leave us be, sinners. This lamb is special. Unique specimen. Что-то мне не внушает доверие к мужчине жирный. Не зря не дышал. Видели, да, он ушел. Это, наверное, сам Бучер. You won't survive long dripping blood. The dwellers. Ты не проживешь долго истекающей кровью. Те, что живут здесь. Tell me. А, tell me you would come. Это хороший человек. Come. We must travel up here. I live above. Shouldn't waste him. It's important. Это Поп Джо. Чел, сори, я не хотел быть за что-то. Зомби. Зомби очень полно. Что он сделал-то надо? Джо сможет нам помочь, если мы ему принесем одну штуку. Где искать эту штуку, мы, конечно же, не знаем. Я так понимаю, мы, наверное, должны вернуться вниз и здесь искать. Там, скорее всего, вниз надо идти. Не зря здесь получил зомби. Много задание приходит зомби. Ну, я на это надеюсь.
Хрен меня спросит на этих. Говорящий ящик, ну все. Говорящий ящик это радио. Если меня совсем еще попал, то я не это есть. Надеюсь, это то, что тебе нужно, Джо. Oh, you are bringing our blessings ready. I have everything prepared inside. I'm ready. It has all been auto. The pain will be with you for a long time. Embrace it. Ну все, нам зашили руку. И мы отправились. Новая способность свет глаз позволяет вам видеть в темноте. Нажмите Up, чтобы включить ночное зрение. Ну, главное, от монстров нам можно отстреливаться, а не остальное. На остальное уже выбирать не приходится. Сами. Скрытный момент выхода игра кому-нибудь понравилось или нет. Все. Вылезли. Я это уже услышал. Narcland. The spaceport hangars should be up ahead.